из последовательности 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 и так далее, можно легко выделить трехчленную арифметическую прогрессию 1, 2, 1, 3, 1, 6. Ну, в самом деле, разность этой прогрессии 1, 6, да? Можно ли из этой последовательности выбрать арифметическую прогрессию длиной 4, 5 или k, где k – любое натуральное число? Ну, докажем для k, будет очевидно, что для 4 или 5 доказано. Угу. Так, ну, можем выбрать прогрессию… ну, докажем, что мы можем выбрать такую прогрессию. В отличие от судов, в математике предмет является доказательством своего существования. То есть, если вам показали, то не нужно проводить длительный процесс, так сказать, доказывать, что он существует. Просто вот она взяла и написала. Ну, разность будет одна, один дельта на факториал. Да, ну, и все эти числа будут это она ровно это я сказала. Это квант. Нет. Ну, я же там написано Тургор 3,5. Да, все хорошо. Все, сокращается, да. И получаются дроби, числитель либо один. Молодец, все правильно.